дети непростые, у них семьи растут, чтоб оглянуть их детям ни кепки, ни шляпы, фуражки капитана не может. Что с твоим глазом? А то ты не видишь. Синяк! Между прочим, надо больше времени уделять воспитанию своего экипажа, а в частности старшего помощника. Ну, нельзя по усталу поднимать руку на старшего по званию. Так это София, странно, и за что? Ой, ни за что. Я стою, смотрю на нее, а она какую... Ну, хорошо, ну я правда стою, я ничего не делаю. Я смотрю на нее сквозь замочную скважину женского туалета. Она как выйдет, ну и вот. Знаешь, ты такой еще с академии. А, да. Но ты знаешь, в академии нас такие шуточки не било, в отличие от тебя. Она просто материлась, как механик. Так, все, проехали. Меня сейчас больше волнует другой вопрос. Почему на нас не нападает гильдия? Вокруг около десятка их кораблей. Чего они ждут? Старший помощник. Я здесь. Что это? Овсянка, сэр. Напоминаю, что ты забыл позавтракать, пообедать и поужинать. Нет, вы посмотрите, на нас сейчас нападет гильдия, а ты... Не нападет. Я их предупредила, что у нас обед и... Так, и они согласились подождать. И сколько у нас времени? Ну, я сказала, что обычно ты обедаешь за 5 минут. То есть через 5 минут на нас нападет гильдия, а мы даже не на мостике? Алекс, это мостик. Кажется, в последнее время он также является капитанской каютой. Так, все. Проехали. Тогда объявляю экстренное совещание. На повестке дня один вопрос. Что делать с гильдьерами? А с нашими или теми, которые за бортом? С теми, которые за бортом. Ну так давайте их пристрелим. Как? Ну как ты обычно делаешь? Пуф, экспромтом. Старший помощник, что у нас с экспромтом? В починке после предыдущего боя. Плохо. Капитан, мне кажется, они охотятся за нами, потому что мы Сильвана. Может быть, нам переименоваться? Ну, например, в Титане. Или в Иван Федорович Крузенштерн. Не-не-не, давайте сразу в варяг. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ага, давайте еще покрасим корабль в белый цвет, привяжем к нему воздушный шарик и изобразим тучку. Ты думаешь, не поверят? Капитан, давайте сдадимся. Это будет хитрый тактический ход. Нас возьмут в плен, там мы переоденемся в гильдьеров и будем вести подрывную работу изнутри. Еще идея есть? Есть. Алекс, слухай, по-моему, маэстро Дельфина к тебе того неравнодушно. Давай ты ей назначишь свидание, то-сё, ну там, туда-сюда. Она обиделась. Ну ладно, для поддержания разговора. Алекс, а вы что, берете гильдьеров на корабль? Ну да. Где вы их берете? Что это? Почта, сэр. И что пишут союзнички? Спам, сэр. Ясно. Выпутываться придется опять самому. Проблемами разобрались с Алексом. Может, ты все-таки пообедаешь? Ну так что?